Чтобы рассказать почти на чистом французском о том, в каком экологическом состоянии находится Томская Ушайка и Парижская река Эвет, Ольге Дмитриевой потребовалось менее 2 лет. Знание языка закрепила зарубежная стажировка. 9 месяцев студентка ТПУ провела в университете Париж-Дюс. Теперь в этих 2 вузах Ольге предстоит защитить диплом, причем одновременно. На доклад и ответы на вопросы 2 аттестационных комиссий без 5 минут магистру кафедры геоэкологии и геохимии отведено не более 2 часов. Будет и французский, и российский диплом. Соответственно, работу можно попытаться найти и в России, и во Франции. Но пока мне нравится заниматься научной деятельностью. Соответственно, я планирую идти в аспирантуру или PhD, как это называется, за рубежом. А там посмотрим. Поживем, увидим. Почти все общение с Парижем по видеосвязи. Единственный, кто может задать вопрос от французского университета прямо в аудитории, руководитель программы «Двойной диплом» Марк Жирандо. В Томск он приехал не только, чтобы присутствовать на защите, но и обсудить с руководством ТПУ перспективы сотрудничества вузов в сфере подготовки международного магистрата. В следующем году первые 6 студентов приедут учиться в ТПУ. Они получат здесь знания очень высокого уровня. Это будет хорошо и для науки, и для самих студентов, которые, как я надеюсь, в результате тоже получат 2 дипломы и будут продолжать тесное сотрудничество между Томским и Парижским университетами. То, что сотрудничество продолжится в ближайшем времени, сомнений у сторон не вызывает. Уже в этом году, по примеру Ольги Дмитриевой, стажировку во Франции проходит 6 студентов ТПУ. Сегодня они тоже присутствовали на защите диплома землячки, правда, по другую сторону экрана. И очень обрадовались, когда Ольга стала обладателем 2 диплома.